Приветствую всех на моем канале. Одесса, 2 февраля 2023 год. У нас замечательная погода была сегодня. Небо голубое, море синее. На улице, конечно, прохладно немножко. Все-таки как бы зима, февраль месяц. Со светом у нас, конечно, ситуация самая сложная в нашей области, в нашем городе. Но все равно свет включают уже побольше времени. Есть у нас свет в наших домах. И за это спасибо. А вот, конечно, в городе, там, где нет света и не работает светофор, это, конечно, беда. Можете сами посмотреть. Машины, просто хаос какой-то. Машины едут кто куда. Люди перебегают дорогу. То есть, ну, без светофора. И вот это очень страшно, потому что просто хаос полный. А в городе и области у нас, конечно, беспредел полный, коррупция процветает. В Одесской области разоблачили две преступные группы, в состав которых ходили сотрудники железных дорог. Одни дельцы крали дизельное топливо, а другие – зерно, которое должно было пойти на экспорт. Как сообщила «Укрзалезница», в локомотивном депо «Одесса-сортировочная» обнаружилась масштабная схема хищения дистоплива. Дельцы успели украсть 240 тонн горючего. Также сотрудники нацполиции ликвидировали масштабную схему хищения государственных средств, выделенных на закупку товаров гуманитарного и военного назначения, организованную должностными лицами Одесской областной военной государственной администрации. Просто замечательно. Читаешь такие новости и диву даешься. Также СБУ задержала чиновника Одесской военной администрации, который требовал деньги с предпринимателя. Им оказался заместитель начальника одного из управлений Одесской военной администрации. Чиновник наладил масштабный преступный механизм получения денег от предпринимателей. За взятки он предлагал бизнесменам свое содействие в беспрепятственном выделении земельных участков в южном регионе. Вот такая вот у нас процветает коррупция. Ну, то, что пишут, что вот там фигуранту грозит срок там от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества. Ну, просто смешно. Если честно, еще вот сколько вот писали, ни одного не посадили. Никого не посадили, ни у кого не было конфискации имущества. Все выходили с правом выплаты залога. А, ну, кому какую сумму назначали? 1 миллион гривен, 2 миллиона гривен. И все. И можно дальше воровать. А я желаю всем хорошего вечера. Берегите себя.